Жаба спасается бегством от голодного хищника. Кобра способна преследовать свою добычу даже в темноте, ориентируясь по вкусу воздуха, который она захватывает языком. Попытка скрыться в воде ни к чему не приведет. С этой змеей такое не сработает. Но сегодня не о змеях. Это появление эффектнее, чем в фильмах от Marvel. Африканская лягушка-бык. С виду пухлое и дряблое тело, на самом деле комок огромных мускул, который позволяет этому слайму парить в воздухе, как пушечное ядро. Широкие челюсти с костными выступами вроде зубов позволяют проглатывать живьем все, что туда поместится. Мышей, птиц, насекомых и даже пауков. Взрослая особь имеет массу около 2 кило, что дает ей возможность оглушить добычу при прыжке и выдавливать из нее жизнь своими мощными челюстями. Даже кобра не осмелится напасть на этот бульдозер.